Новая обязанность Азиза открывает новую завесу в отношениях Азиза и Эфнана. Эфнан начинает беспокоиться об Азизе. Пьер принимает меры в отношении Галипа, которого Азиз назначил на его место. Из-за ареста Галипа Пайдарсу приходится нелегко. Тем временем Дилруба вернулась к жизни. Когда лед между Адамом и Дилрубой тает, Дилруба примет решение относительно будущего своего ребенка. Потерпев поражение от героя в маске, Пьер предпринимает действия, чтобы отомстить. Перед Азизом предстает загадочный мужчина и неожиданно предлагает ему новое задание. Хотя Азиз принимает этот долг из любви к своей стране, ему приходится многое оставить позади. Пока Эфнан преследует тайну, сокрытую Азизом, не подозревая о том, что происходит, Пьер составляет немыслимый план по фальсификации выборов. Азиз, узнавший об этом плане, сделает все возможное, чтобы его сорвать. Пока все это происходит, Дилруба, которая собирается покинуть город, столкнется с опасностью потерять ребенка из-за Адама. Хочет ли Дилруба выйти замуж за Азиза? Когда Пьер сообщает Азизу, что Эфнан приходил к нему в брачную ночь, он удивляется, но понимает, что его жена не сделала ничего, чтобы склонить его голову, он говорит, что знает, что не сделает этого. Он хватает Пьера за руку и вышвыривает его. Пьер понимает, что Адам подшучивает над ним, чтобы привести сюда Дилрубу, и отвечает. Азиз прячет Дилрубу в доме матери Хатиджи. Он говорит женщине, что она должна покинуть город, иначе Адам последует за ней. Он нанимает кого-то, чтобы похитить Дилрубу. Кинан замечает это и сообщает об этом французам и Адаму. Адам не может догнать Дилрубу, которая прощается с Азизом и уходит, но Пьер догоняет и прячет Дилрубу в своем доме. Дилруба снова идет к акушерке и хочет избавиться от ребенка, но ей это не удается. Она говорит Эфнану, что сделала аборт. Эфнан замечает деталь кольца на фотографиях себя и своей жены, которые Пьер принес в мастерскую. Он помнит, как отец дал ему кольцо, а Пьер не снял его, хотя для картины снял все кольца. Эфнан складывает кусочки воедино, наконец он понимает, что Пьер носит кольцо своей жены, и выбрасывает его. На протяжении всей серии Адам повсюду ищет Дилрубу и просит всех помочь ему найти жену. Он шантажирует Азиза, приставив к его голове пистолет, чтобы тот сказал ему, где его жена. Азиз прибывает в последний момент и спасает Адама, но мужчина теряет сознание в результате болезни, перенесенной с детства, и долгое время остается без сознания. Пьер хочет, чтобы его человек, Кинан, был избран заместителем Антаки. Для этого необходимо сделать мужчину героем. Во-первых, он уведомляет население о накопленной налоговой задолженности. Затем появляется Кинан и забирает долги у французов. Он говорит, что если его изберут депутатом, он спишет всем долги. Хотя Азиз занимается предвыборной пропагандой, его положение не очень хорошее из-за тех, кто использует близость Эфнана к Пьеру и запутанную ситуацию в его семье в качестве оправдания. Наконец, Азиз, он закладывает свою ферму и выплачивает все долги. У Кинана не осталось рычагов воздействия, а у дома Азиза проблемы из-за долгов. Дилруба, он узнает об этом и снимает деньги с совместного счета матери. Она заставляет Пьера развестись с ней. Он идет к потерявшемуся ночью Адаму и говорит ему, что сбежит с ним из города и что они начнут с чистого листа. Взамен он просит Азиза дать ему мастерскую. Адам велит Кинану купить билеты на корабль для двух человек, и они сбегут с Дилрубой. Кинан, как и все остальные, думает, что этот человек сумасшедший, потому что думает, что Дилруба ушла, и рассказывает о ситуации мистеру Галипу. Адам передает документ о том, что он передал мастерскую Дилрубе, которая приходит на место встречи. Дилруба говорит ему, что он разыгрывает ее и что она не пойдет с ним. Он не забывает передать ей документ о разводе. Он идет к Азизу в мастерскую и отдает переводную бумагу мастерской. Азиз говорит Дилрубе, что он не оставит эту игру или развод Адаму и что она должна уйти. Дилруба сказала, что не пойдет, он говорит ей, что она должна остаться с ним, чтобы защитить себя от Адама. Когда Азиз говорит, что не может этого сделать и все будут об этом говорить, она говорит, что если выйдет за него замуж, никто не будет об этом говорить. Азиз в замешательстве, и Эфнан, подслушивающий у двери, слышит этот разговор. Пья рассказывает Азизу правду об Эфнане. Адам сходит с ума, когда узнает, что Дилруба приняла лекарство, чтобы выкинуть ребенка. Он сжимает горло женщины. Двое мужчин, идущие неподалеку, едва спасли женщину из его рук. Мужчины приводят Дилрубу в дом ее тестя Галипа.
Мужчина очень злится на своего сына. В то время, когда боли Дильрубы усилились, вызвали акушерку. Акушерка не дает противоядия от яда и не приводит к гибели ребенка. Господин Галиб дает деньги акушерке в обмен на выживание своего внука. Дильруба хочет развестись с Адамом. Для этого он идет к Пьеру. В конце последней серии Пьер что-то сказал Азизу об Эфнане. Этот эпизод меняет ситуацию, чтобы удержать Эфнана на ладони, но даже этого достаточно, чтобы разозлить Азиза. Пьер с извинением передает кольца дуэту. Он говорит Эфнану, что если он уйдет, их отношения закончатся. Эфнан ничего не может сказать. Эфнан боится, что Азиз застрелит Пьера, если узнает, что произошло. Когда Азиз и Эфнан узнают о проблеме Дильрубы и Адама, они идут в особняк. Святой прогоняет Адама. Дильруба умоляет Азиза, оставшегося там в тот вечер, не оставлять ее в этом доме. Он говорит, что семья во что бы то ни стало постарается помирить его с Адамом. Рано утром Азиз приводит Дильрубу к себе домой. Пока все начинают говорить, Эфнану тоже не нравится ситуация. Более того, пока Дильруба платит акушерке и просит передать ей, что ребенок мертв, Эфнан их слышит. Адам идет к Пьеру и просит его не одобрять документы о разводе жены. Взамен Пьер просит отдать ему свою долю в мастерской. Хотя Адам сначала не соглашается, Азиз выходит из-под контроля, когда не возвращает жену. Он распространяет это предложение и использует его как рычаг воздействия. Все просят Азиза отдать Дильрубу и не дать ему продать мастерскую. Азиз попадает в трудную ситуацию. Пьер оказывает давление на Эфнана и просит его остаться у него дома на 1-2 часа, чтобы сплести ковер, и просит его прийти в тот же вечер в 7 часов. Эфнан загнан в угол. Более того, пока они разговаривали, Дильруба услышала, что он был у Пьера в ночь своей свадьбы. Дильруба говорит, что не расскажет об этом Азизу в обмен на сохранение ее тайны. Когда Дильруба приходит в отчаяние, она дает деньги Весе, которая приходит домой и просит денег у дочери, и покупает пистолет. Он планирует убить Адама из пистолета. В противном случае он не сможет избавиться от этого человека. Он также боится, что если Адам продаст мастерскую Пьеру, Азиз убьет Адама или Пьера. Эфнан, когда он узнает, что Дильруба взяла пистолет и пошла навстречу Адаму, он рассказывает об этом Азизу. Азиз убеждает Дильрубу, у которой наготове пистолет, не стрелять в Адама. Он забирает у него пистолет. Пьер ждет его в мастерской. Когда Эфнан не приходит к нему ткать ковер, он решает обрезать нити. Он взял нарисованный им рисунок Эфнана и пошел в мастерскую. Он показывает фотографию Азизу и говорит ему, что Эфнан пришел и работал для него моделью в их брачную ночь. Дильруба, чем он рискует, чтобы избавиться от Адама? Азиз, которого застрелили в предыдущих сериях, он приходит в себя и первым произносит имя Эфнана.